Да, даже сюда нам с вами нужно, окей. Но как мне... Ага, вот оно ты. Вот оно ты, хрюкало. Дрюкало. Ну, шестереночка. С воспоминанием, укай. Вот так типа до нее добираться, да? Отлично. Оно того, конечно, стоило. Что, это не так? Да вроде так. Я же долетел. Хоть это было и непросто. Поехали. Чашечка. За ногами! Какой все-таки милый транспорт, если его можно так назвать. И котик нам что-то хочет сказать, и у нас сейф как раз. Котик. Да, к чему ты мне это говоришь, котик? Я даже не знаю. Угу. Да, мы с вами, собственно, приехали во второе здание, во вторую фабрику, где мы с вами будем искать нашему шляпнику, наверное, ноги. Нужно будет немножко вспомнить управление, я думаю, что у нас с вами это получится. Cranking up and pressing down. Я не знаю, как это перевести так, чтобы было не страшно. Да, птиц, мне тоже очень нравится музыка, да и, в принципе, сеттинг, как я уже говорил, один из моих любимых. Так, что у нас с вами здесь? Туда, туда, стреляй туда, да? Перечницей туда долби, и будет все у тебя зашибись. Куда долбить перечницей? Там некуда долбить перечницей. Вот туда долбить перечницей? Фигня какая-то получается. Есть ли здесь что-нибудь поближе? Почему у меня... Ох, ё. Ага, я понял. Мы с вами включили ногу. Электроногу. Паровую ногу. Паровой батон. Почему батон, не знаю, когда это нога. Вот. Так-то намного лучше. Заведение и нажимание. Ну окей, Кайрям, пусть будет. Ей. Перепрыгнул там. У, воспоминалочка. Промышленность процветает благодаря страданиям и разорению. Это превратило Ист-Энд в отстойник. Может, тебе стоит подумать о простой фермерской жизни где-нибудь в Австралии. Мы могли бы избавиться от остатков твоего прошлого. Я по возможности буду зачитывать субтитры, если буду успевать это делать. Потому что, да, действительно, я посмотрел на записи, вам очень плохо их видно. Мне их видно, как ни странно, хорошо. Вроде ничего не хрюкает на фоне. Я, кстати, посмотрел, сколько хрюкающих звуков, оказывается, пропустил. Ну, что поделаешь. Зиг слепой, зиг глухой и с лапками. Что у нас тут? Вот туда нам аж надо. Ух ты, ёшкин матрёшкин. А, вот это место, о котором я говорил на вчерашнем стриме. Куда нужно очень быстро будет пробежать, по-моему, на время даже. Потому что вот там вот стоит нажимная плита. Постой здесь, зайка. Тетя, пробежать надо. Зайка, можешь взрываться. Наверное. Может быть, я зря это сделал, конечно. Так. Вон туда еще мы с вами можем сходить. Все долбится кулачьями металлическими. Нет, вот туда, я боюсь, я не допрыгну. Высоты не хватит, похоже. Окей, куда же тогда же? Нет, ему, вот видите, ему пофигу. Так что долбись, зайка. Он, по-моему, кстати, взорвался сам по себе. Так. Угу. Тут нет? Ничегошеньки? Ни хренашеньки, я бы даже сказал. Там что-то есть же, там что-то же есть. Поставьте сюда зайку. А зачем сюда ставить зайку? И там зубики. А давайте-ка мы туда сходим. Вдруг нам повезет, и мы здесь найдем что-нибудь интересное.
Или наоборот, что-нибудь ужасное, я зря сюда пошел и удлинил себе путь, и усложнил себе жизнь, как я это обычно делаю. Алиса, не застревай, пожалуйста. Бутылочка. Кстати, да, вы были правы, бутылочки это, собственно, одежды и чего-то там еще такое. Это действительно тупо коллекторов. Так что, в зависимости от того, сколько мы их с вами соберем, у нас с вами будет тот или иной набор одеяний. Направо или налево? Направо или налево? Давайте сначала направо. Тут кнопа. Кнопа нам здесь... Ага, то есть мне в любом случае нужно было и направо, и налево, да? Ладно, зайка, стой. Хотя с первого раза я точно не успею, потому что я пока не знаю здесь обстановку. Хотя нет, смотрите-ка, может, успею. Там же вот туда. И потом вот туда. Вот, я успел. Я слышу дзынь-дзынь-дзынь. И наши шестеренки успешно ушли назад. Какие хорошие шестеренки. Умные. Самостоятельные. Вообще. Это заклинило? Или это сейчас долбанется? А, зато вот это ни хрена не заклинило. Сюда можно положить зайку? И что будет? По-моему, ничего не будет. И открылась пасть. Пасть большая. А нам с вами вот туда, я надеюсь. Видимо, да. Беги, Алиса, беги. Беги в пасть. Чтоб тебе не пропасть. Опять оно вещает. Про бэдворкеров. Можно ли сделать банни-джамп наподобие рокет-джампа? Не знаю, так, Сизер. Если честно, мне не очень хочется проверять. Какие люди. Я вас помню, сударь. Так, где у меня? Вот у меня перечница моя. Моя перешница. А тебе ножичком в глазик. В глазик тебе ножичком. Ты это любишь, я знаю. И еще тебе в глазик ножичком. Отлично. Это что за... Это глазик. Я только сейчас увидел его глазик. То, что у него глазик попадает. Обалдеть. Это что за... Ладушки, ладушки. Растут этих. Ладно, пробежали, фиг бы с ними. Так, здесь мы с вами можем наверх. И у нас здесь закрытая дверь. Печалька. Ну да ладно. Зубики. И ящички. Ой-ой-ой-ой-ой, каканька. Зачем меня укусила? Не кусай меня. Уи! Ага, вот, собственно, и вылезла отсюда. Смотрите, какая радость вылезла. А это большая радость или маленькая радость? Это маленькая радость. Мы можем попробовать его отфонарить. Я, правда, не вижу, что там происходит. Возможно, я и не попадаю, но, судя по звукам, я все-таки попадаю. И мы с вами попробуем немножко счетерить. А, так вы видите, дверь-то закрыта. Че я счетерил? Я тот еще читер, я смотрю. Всем читерам читер. Так. Ну, пока все не очень сложно. Что-то мне казалось, когда я ее проходил первый раз, все было сложнее. Не сглазить главное, да? На всякий случай нажмем левую кнопочку. Может быть, здесь какие-нибудь штуки. Тут цветочек и монстры. Что, не было цветочков и монстров? Еще монстры прямо. Отлично. Ух. А, ну вот. На момент второй Алисы ей предположительно около 20 лет, говорит игра. Ну ладно, мы просто не будем... А, ага, мы-то не будем. Но нам могут помочь. Черт, перцемолка перегрелась. Не лей в меня чай. У меня тут даже без себя проблем хватает, дурацкий чайничек. Ох, ой-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 ой. Ну блин, глазик, глазик ему тыкай, глазик. Он любит очень в глазик тыкаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не по башке, только не по башке. Угу. А интересно, а его нельзя под этот вот паровой молот запихать, не? Можно! Так я бы раньше так сделал. А, и все прекратилось, да, все ништяк стало. Зубики только нужно собрать.
И нажать, наверное, на ЛБ. Ничего тут у нас с вами нету, окей. А, хотя, смотрите, вон там воспоминалочка. Ачечи. Алиса, некоторые насекомые едят свой молодняк. Они многое могут нам преподать, живые или мертвые. Что? Это к чему ты сказал, доктор? Ты криповый. Что? Что такое? Тут все закрылось, а тут ничего не открылось. Что же делать? Все открылось. Отлично, это типа шлюз. Не, нафиг. Обойдемся. Зато сердечко есть. Зик неэмоционально прочитали. Ой, все. Ой, привет, кроля. Твое упрямство будет вознаграждено болью. Я говорил прекратить и сдаться, но ты проигнорировала мое предупреждение. Так что я не сожалею. Сейчас ты почувствуешь себя омаром, которого забросили в кипящий котел. Кроля, у тебя, кажется, не работает. Ага, вот и ноги. У кроли все заработало. Дын, 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 дын. Пока не почувствовал. У тебя есть что-нибудь еще? О, господи! Какая у нее заводная гуска. Рычажочек потянись-ка. Ой, ой. Теперь назад, да? Ага, вот так, даже земля дрожит. Быстрее, мои прелестные пердатые друзья, не останавливайтесь. Ой, да, вот это вот я помню, вот эту хреновину. Бррр. Зиги не любит платформеры. И где-то же здесь вот это все было, нет? Вот здесь же. Подсказок не имеем. Ать, ать, ать. Ей. И здесь у нас с вами снова мусоропровод. Рабищут. Ух ты, нам с вами еще и сбоку предлагают это пройти. Вот прелесть-то какая. Черт, не успел. Ей. У-у-у. Так, тут опять какие-то ладушки. Давайте слушать. Раз. 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 Полетели. Раз. Раз. Ей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Незабываемое подлинное ощущение своего превосходства над дурацкой игрой. Перцемолка, остудись. Ой, ё-моё. Чёрт. Дурацкие эти вот. Отстаньте от меня. Надо уничтожить спаунеры, иначе мне здесь точно хана. Зиги вспомнил о том, что у него есть мостик. Ой, мостик, зонтик. Да блин, откуда вы взялись-то? А, вот же еще один есть. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда вас здесь столько, блин, набегло? Растудить вашу налево. Я не был готов к такому теплому приему, еще и с чаем. Черт. Кто там у нас еще? А, плохо тебе, чайничек. Это хорошо. Осуждайся, остужайся, в смысле, осуждаться не надо. Я сам вас осуждю. Блин, горелый, откуда ты прилетел? Почему я тебя не увидел? Да, мать твою. Чайничек, сдохни, пожалуйста, растудить твою налево. Дурно, чайничек! Сейчас у кого-то будет истерика!
И это кто-то будет не Алиса. Ну, блин, ну что, меня прибил, что ли? Да сюда и твою налево. Ей! Так, что у нас здесь есть? А это что? Почему оно там сидело и никого не вызывало? Так. Там есть рычаг? Перцемолкой. А, вон туда, перцемолкой. Тек. Рычажочек. Как вы смеете останавливаться? Продолжайте бег! Или уже помогите мне, а не то я... Упс. Очень бешеная Алиса, не то слово. Как Корвин, только Алиса. Раз, два, три, четыре, пять. И простите, как я это должен проходить? Я что-то в этой жизни не понимаю. Раз, два. Ага, я понял, как я в это должен проходить, окей. Так, намного проще. Что у нас здесь? Раз, два, три. Побежали. Раз. Ё-моё. Окей, я думал, там задержка меньше. Два, три. Поехали. Ух. Так, здесь что у нас за счастье нас ждет? Просто долбысь и все? Долбысь. Хорошо, молодец, хороший долбысь. Качественный. Цветочек, что у меня с жизнями? По-моему, там все было хорошо. Ну ладно, мы в любом случае полечимся. У меня не хватает одного сердечка. Я чувствую, нам здесь сейчас что-то может предстоять, да? Что это ЖЖ неспроста. То, что нам с вами дали цветочек. Черт, что я не долечился, а? Это что такое? А, это вот так можно сделать, да? Окей. Так, там рычаг. А здесь непонятно что. Какая-то фигня. Рычаг вижу. Куриная жопа, которая крутит колесо, вижу. Рычаг, тянись. Так. Ох, ё-моё, как все перестраивается. Нет, стоп, довольно, хватит. Ах, прекратите бегать, жалкие болваны. Ну? Ты думаешь, это сможет остановить нас? Ничтожный пустяк, я убегаю. Тебе никогда не поймать меня, даже не пытайся. И куда же нам в таком случае? Куда-то вот туда же, да? Куда-то вот сюда же, да? Ух, ё. Вы не движетесь? Вроде не движетесь. Но здесь и без вас, я смотрю, много веселого. Тут неровный пол почему-то. Так. Эти рычаги не работают. Обычно работает вот этот. О, птица там сейчас такое накрутит. Привет, Максанди. Счастливо, позитив. Ноги! Алиса! О! Шляпник, ты доволен? Я тебе ноги приволок. У тебя теперь есть ноги и руки. Какие у тебя длинные руки. Колбысь, колбысь. Ей, ноги! Шляпонька! Ну, мы собрали шляпника? Я закончил свою работу, и теперь ты цел, шляпник. Так, что насчет ужасного поезда?
Я чувствую себя новым человеком, как новенькая пружина, как шестеренка без ржавчины, как непотускневший кусок металла. Отражающийся в глазах. Скажи мне, шляпник, я страдаю. И виной тому все эти перемены. Или они лишь отражение, или следствие. Что здесь творится вообще? Что за новые правила? Закон — это просто шепот вдали, дали, где дом чудесный, чудесный тот, кто знает, как соотнести правила с правителем. Идиот, надо было оставить тебя валяться по кускам. Идем, по крайней мере, ты поможешь мне разобраться, в чем дело. Уи! Полеты на шляпнике! Быстрее всего через циферблат, он же нам говорил. Я не управляю, если что. Угу. И куда ты нас приволок? Что это за местечко такое? Ой, что это было? На меня что-то капнуло? Папа, из-за твоей любви к фотографиям в библиотеке воняет гнилыми фруктами. И я уверен, что реагенты еще и ядовиты. Так. Горшочечки. Коканька. И... Эти кусочки часов будут нашим щаблем, нашей дорогой в ассемблидж. Ассемблидж. А там, смотрите, время типа тикает, да? Кстати, что касается оружия, не хватит ли нам... нам хватит, по идее, на апгрейд перцемолки. Сапгрейдить перцемолку? Да! Красным перцем теперь будем стрелять. Ей! Красная перцемолка. Так. Окей, продолжаем. Привет, Марточка. Господи, я хотел на шляпника стригериться. Ну, в смысле, на триггер его взять. Наберись смелости, Алиса, я заставлю эту дверь открыться. Ну, блин, ну это не бросить называется, это называется положить. Положить, положьте бомбу. Что-то мне не нравится, как работает бомба, если честно. Во время боя. Черт, не успел. А, тут, блин, триггер на какашке, похоже. Где-то на середине. Вот теперь все, да? Я пытаюсь что-нибудь придумать, но ничего не выходит. Ах, вот, кажется, у меня получилось. Я не вижу, по кому я стреляю. Верните камеру. Почему я стреляю? Что это такое? Откуда вы лезете? Почему триггер-то не работает? О, заработал. На тебе красного перцу в нос. Ну да, я снова в седле, теперь осталось недолго. Окей. Умри, умри же, гадина. На тебе мой острый нож. Так. И снова с этой штукой, да? Осторожней, Алиса. Вот зараза. Одна бошечка осталась, да? Ау. Все. Не будет у тебя больше бошечек. Ну как у тебя дела, шляпник, с шестеренкой? Я не могу думать вечно! Да, удалось! Следуй за мной! Воспоминалочку. Ой! Джойстик, ты что делаешь? Прекрати.
Вот кто говорит, что даже в плохой книге можно найти что-то хорошее, никогда не читал философию пословиц, написанную Мартином Фаркухером Таппером. Что? Что ты опять открываешь? Открывай быстрей. Похоже на землетрясение. Что происходит? Я похож на того, кто знает? Не суди так строго! Ну, тебе же должно быть виднее, что здесь происходит. Это же буквально твой мир, нет? Черт. Полечиться нет, смысла нет. У нас с вами полное здоровье. Ну, он там втихую себе матерится. На языке понятным только инженерам. Коробочки. Это взрывается? Черт, это не взрывается. А что же делать? Куда бежать, кого держать? Ага. А как мне? Видимо, отсюда. Да. Подобре. Оригинально. И мышка, и зайчик, и все. И все-все-все. И все сюда. Материться на инженерном, точно. Ой, тихо-тихо-тихо, не та кнопка. Так. Шляпник, я прошел. Это ты мне что сейчас хотел за неприличный жест показать, а? Заходи. Гостем будешь. Правильно, ломай все. А здесь больше ничего и нету. Ух. Вот он, поезд смерти, или как он там назывался. Он прямо с городом вместе. Отличный поезд. Он уехал. Мы нашли причину землетрясения, но виновны ли те двое в этом? Чем они занимались? Шаляпник, Алиса, вы глупцы, вам никогда не остановить нас. Поезд ушел, вы опоздали. Дерзость, высокомерие, отвратительные манеры за столом. Они разрушители страны чудес, осквернители, раздетели, разграбители. Восхитительно. Они действительно создали дьявольский поезд. Какая разница, они заслуживают смерти. Отпустите меня сейчас же, мне следовало бы... Довольно болтовни, пришло время сразиться, барышня. Так. Что-то покинуть. Блин, я... Почему они это не... Ой-ё. О, какая машинка, я такую же хочу. Мама, купи мне покемона. Она сломалась, кажется. Я боюсь, это я строил. Простите, ребята. Или шляпник. Он тоже долбанутый на всю голову. Шляпник все сломал. Нет, Майлор... Так, это я не буду читать. Здесь видно нормально. Привет, Логан. Come on, you lot. We can still be friends. I've got a fine Darjeeling. Drink, drink.
My memories are shattered. I'm trying to collect the pieces, and I now believe the train impedes me. You must help me. You promised. Ask the one who helped them what helped themselves, whoever that is. Very pithy. He deserved to die. Какая прелесть.